В центре греческой столицы в пятницу произошли столкновения между полицейскими и студентами, которые вышли на улицы в пятую годовщину гибели 15-летнего подростка Алексиса Григорополуса от пули полицейского. Его гибель в 2008 году спровоцировала протесты, погромы и поджоги по всей стране. Полицейский, который стрелял в подростка, в 2010 году получил пожизненный срок. Беспорядки в годовщину гибели юноши стали уже традиционными. Участники акции, как обычно, скандировали «убийцы детей» и забрасывали стражи порядка камнями и бутылками с зажигательной смесью, а те отвечали шумовыми гранатами, слезоточивым газом, дубинками и задержаниями. В эту пятницу были арестованы 10 человек.